значит, водитель автомобиля Богдан, маршрутное такси, которое номер 153, на перекрестке неравнозначных дорог двигался по улице Карла Либкнехта со стороны улицы Зелинского в направлении улицы Куприна. Уезжаючи с другорядной дороги на головную, проигнорував вимоги дорожнього знаку 2.1 надати дорогу, виїхав на головну вулицю Куприна, де скоїв зіткнення з транспортним засобом МАЗ та автобусом УАЗ. В разі пригоди 17 чоловік отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Сьогоднішня стаття 124 дорожньо-транспортна дорога. Скажите, водитель Богдан, ТС был, это одобрение лекарства или еще и под ушей был? Да нет, все прошли медицинское освидетельствование, но конкретно по результатам я не могу сказать, так как ведется сейчас следствие. По трамваю вы сказали, был пьян. А там, да, составили. По Богдану трезвый. По Богдану нет информации о том, что он пьян. То есть он от невнимательности так вот. Какие-нибудь меры? Что-то будет приниматься вот для водителей маршрутных такси, может быть, чтобы они как-то... Ну, конечно, мы доведем эту информацию до всех частных предпринимателей с целью доведения ее до всех водителей маршрутного такси, усилим профилактическую работу как с нашей стороны департамента транспорта, так и со стороны патрульной полиции о том, что минимизировать эти вопросы. Как бы информацию будем иметь после завершения следствия все-таки. Как, что может, я имею в виду по сегодняшнему утреннему ДТП. Кто неправильно выехал на этот перекресток, кто какую скорость не соблюдал, ну и соответственно. Потому что предварительно это предварительно, а по факту иногда бывают вещи меняются. Поэтому сейчас говорить об этом, наверное, рано. Ну вы сказали, что второстепенный на главную, то есть уже понятно, что он не прав, да? Ну, я же это предварительно, это занимается следствием. У водителя сколько лет он работает и что это за перевозчик? О каком водителе? Маршрутке, которая сегодня произошла. 153, да. Ну давайте я вам позже дам. У меня сейчас нет этой информации. То есть нет ни кто это за перевозчик. А вот обычно, когда такие происшествия происходят массовые, собирается какое-то собрание перевозчиков, проводятся какие-то профилактические беседы с ними. Уже не в этом году проводились, насколько я помню, это уже не первое ДТП. Как в этот раз поступить? Я вам сказал, что мы разработаем мероприятие, всех уведомим.